Самый массовый в Беларуси и один из лучших в СНГ. 12-й музыкальный фестиваль «Рок за бобров» пройдет 3 августа на аэродроме «Боровая». Билеты уже в продаже. Их можно купить по самой низкой цене – 20 рублей. В этом году продолжительность феста увеличится до 12 часов. Зрителей порадуют 12 коллективов, звезды рок и хип-хоп сцены. Ведущим Open-Air станет Юрий Дудь, а хедлайнерами – Баста, Little Big, 2517, Мумитроль, Ляпис 98. В 2018 году фестиваль развернулся на 150 тысяч квадратных метров, а в 2019-м площадь мероприятия еще будет увеличена. На фудкоре планируется поставить более 120 точек питания. Впервые фестиваль «Рок за бобров» прошел в 2005 году в Бобруйске, тогда хедлайнером стала группа «Би-2».